Молодые профессионалы – именно так называют тех, кто пробует силы в региональном чемпионате WorldSkills. В Щелковский колледж своими талантами приехали удивлять студенты со всей Московской области. Умения им предстоит показывать в 17 дисциплинах. На базе нашего колледжа сегодня проходит 17 компетенций. 10 по основной возрастной категории и 7 по категории юниоры. На площадке присутствует более 100 участников и около 152 экспертов. Юниор-то или постарше, а показать достойные результаты в компетенции обязан. В этот раз в Щелковском колледже их больше, чем обычно. Значит, возрастает интерес у студентов Подмосковья к рабочим профессиям. А это как раз то, ради чего чемпионат и задумывался. Например, попробуйте-ка освоить монтаж и эксплуатацию газового оборудования или обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики. Традиционно высокий интерес вызывает у студентов и такие компетенции, как реверсивный инжиниринг, машинное обучение. Мне еще давно очень понравились разные работы на компьютере, то есть создавание каких-нибудь видеоигр, программ, которые в будущем будут помогать обществу. Хотел научиться чему-то и испытать все свои умения. Для этого я прибыл на WorldSkills. А вот и где все девчонки. Разбирают живую красоту и создают удивительные композиции. Заодно юные флористки делятся мыслями, за что полюбили цветы. Меня привлекла флористика своей красотой. Цветы – очень нежные растения, за которыми нужно специальный уход. Цветы – это, наверное, одно из самых прекрасных вещей. Они приносят людям радость, настроение. Также с помощью языков цветов можно сказать что-то человеку. Соревнуются студенты на базе колледжа несколько дней. Такие конкурсы помогают раскрыть потенциал, подстегнуть молодых профессионалов, будущих работников предприятий и организаций Московской области. Наталья Медведева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».